Каспийске во Дворце спорта Али Алиева состоялся всероссийский турнир по тэквондо на призы спортивного клуба «Чемпион». В нем приняли участие представители из порядка 27 регионов страны. Отметим, что такое количество участников является рекордным для данного турнира. Соревнования у нас проводятся среди возрастов мужчины и женщины, юниоры, юноши и младшие юноши. Младшие юноши у нас проходят под гидой муниципальные мероприятия. А так у нас календарный план входит чемпионат мужчины, женщины, юниоры и юноши. Возрастные весовые категории возрастов у нас 16 весовых категорий, в юниорах 20, в юношах 20. Всего в соревнованиях принимают участие около 800 спортсменов. По словам старшего тренера сборной по тэквондо Республики Дагестан Абдулазиза Магомедова, проводится данное состязание для популяризации тэквондо, укрепления дружеских отношений, приобретения опыта и многое другое. Стоит подчеркнуть, что по завершении турнира победителям присвоили звание мастер спорта. Соревнования у нас не отборочные на какие-то мероприятия, то есть у нас они проходятся под эгидой всероссийских соревнований. У нас в возрастной категории среди мужчин и женщин у нас есть специальные отдельные призы за наибольшее количество набранных баллов, за какие-то определенные весовые категории мы награждаем. Награждаются не только взрослые, юниоры, это уже медалью, грамотой.